Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у меня обзор пряжи, той, которая пришла мне с Алиэкспресс. Вот, сейчас я постепенно разные виды пряжи. Вот единственное, что хочу сказать про пух норки, заказала одного цвета, пришла другого. Вернее, я сначала синий заказала, а потом изменила цвет. В заказе у меня цвет изменен, а пришел мне тут первый. Вот такое вот недоразумение. Но я уже вяжу жилет. Сначала я расстроилась, а сейчас вяжу жилет. Эту пряжу вы знаете, да? Это пух норки, так называемый пух норки. В комплекте у нас 5 штук основного цвета и 5 штук дополнительной нити. Так как я уже вяжу, я просто показала, что мне пришло. Значит, по весу это 50 и 20 грамм, то есть 70 граммов. И длина пряжи 350 метров в 50 граммах. Предполагается, что вяжем мы от двух клубков, то есть длина от вот этих вот двух клубков это будет 315 метров. Обычно, как правило, хватает на джемпер. Я вяжу сейчас жилет, вот этот со спущенным плечом, с погоном. Вот, и так вижу, что у меня все 5 мотков уйдут. Значит, что касается этой пряжи. Она уже у меня была, поэтому я быстренько по ней. Цена, кстати, на нее сейчас хорошая, 16 долларов и бесплатная доставка. Поэтому, наверное, уже сезон заканчивается, поэтому она идет немножечко вниз по цене. Так, далее вот эта вот пряжа. Тут вообще все очень загадочно, но цена 2,56 за моточек, 40 граммов. Тонюсенькая она, смотрите, тонюсенькая. Я так предполагаю, что в этом мотке в 40 граммах метров 600, не меньше, а то и больше. Это так навскидку, по моим предположениям. Потому что в описании ничего нет. Вот нет информации, да. Не знаю почему, зато очень большой выбор цветов. Вот посмотрите. И, кстати, состав тоже непонятен. Махеровая пряжа, не скатывающаяся верхняя одежда. То, что не скатывающаяся, я уже вязала бактус из нее когда-то, года 3 назад. Действительно не скатывается. Это в плюс для этой пряжи. Вот, и что еще хочу сказать, в чем ее плюс. Сейчас у нас начнется сезон паутинок, да, вот я одно видео уже снимала с рюшечками вот этими. Она действительно прекрасно смотрится, как бы в паутинках. То есть вот эта вот пряжа, она идеальна для вот этих весенне-летних паутинок, да, всевозможных. При том, что выбор цвета совершенно шикарный. И я думаю, три моточка, а то и два. Я сейчас точно не могу сказать, так как не сказано, сколько метраж. Возможно, даже два мотка и хватит на паутинку. Ну, для перестраховки заказать лучше три. Бесплатная доставка, 2,56, один моток. 2 доллара 56 цента. Вот. Отзывы хорошие у продавца. Бесплатная доставка. Вот. У того же продавца, кстати, вот эти вот три пряжи, вот эти три пришли от одного продавца. И при том, что у этих двух описание прекрасное, хорошее, качественное. Возможно, они дорабатывают как бы эту единицу, возможно, появится описание, почему-то нет. Вот, я сказала свое мнение, то, что я ее заказала, потому что мне цвет вот этот вот очень нравится. И она тоненькая, и я еще дозакажу два или один. Я хочу летнюю такую кофточку связать, вот как мы обзор делали, вот на запах. Закажу два на всякий случай. И свяжу вот эту вот для себя кофточку в одно сложение, чтобы тонюсенькая была, легенькая такая летняя кофточка на прохладные дни. Все, с этим закончила. Далее вот эта пряжа. Я на нее возлагала большие надежды. Написано высокое качество, 125,5 метров в 100 граммах в одном мотке. Цена достаточно приемлемая, 2,89 за 100 граммов, что я считаю очень хорошей ценой.
мериносовая шерсть для свитеров, но в изделии она мне не очень нравится. Хотя вот так вот выглядит она шикарно, у нее есть какой-то блеск такой богатый, да, то есть придает этой пряже как бы цену, ну, богатости. Вот. Вот я вязала образец, специально оставила, чтобы вы увидели. И почему-то, не знаю, как бы в изделии она мне не очень нравится. Возможно, ну не знаю, я ожидала большего от этой пряжи, вот правда. По цене, да, что нам гласит описание? Описание нам говорит очень хорошие вещи, что это 80% шерсть, 20% волокно с катышками, как это понять? Вес 100 грамм, метраж 125 метров. Рекомендации покупать за раз один цвет, потому что могут быть расхождения. Ну, это понятно, да, расхождения в цвете, в оттенках. Окрашивание производится вручную. Вот, поэтому допускается погрешность. Вот так, такие вот дела. По кусючести не кусается пряжа. В пухнорке я об этом даже говорить не буду. Он безумно приятен. Я его прям полюбила. Это на ощупь тоже приятное, но вот почему-то в изделии мне не очень нравится. Хотя и по составу, и на ощупь, и как бы вот этот блеск, а именно вязка. Может, вязка другая нужна. Но, кстати, вот смотрите, а на изнаночной глади эта пряжа красиво смотрится. На лицевой почему-то она корявая, а на изнаночной красиво смотрится. Наверное, от узора зависит, девчонки. Все-таки не буду я прям ее хаять, эту пряжу, потому что сдается мне, что она хорошая. Вот кажется мне, что она хорошая, просто, наверное, нужно подобрать узор. Тем более для 100-граммовой для мотка в 100 граммов и 80% шерсти, надеюсь, не врут, да, то я считаю это нормально. Ну, опять же, это зимняя пряжа, сейчас у нас не сезон, пока пришло, ну, вот делаю сейчас обзор. Что мне понравилось? Вот, эта пряжа у нас и сезон, и не сезон, да, у меня получилась закупка. Вот эта вот пряжа как раз нам сейчас объясню почему. Сейчас к весне и к лету эта пряжа будет идеально. Вот я вязала образец крючком, но я бы ее опять же использовала для летних кофточек, кардиганчиков, джемперочков, паутинок. Почему? Расскажу. В чем прикол этой пряжи? Она в составе этой пряжи 40% акрил плюс 60% имитация шерсти, чистое акриловое волокно. То есть это имитация шерстяной махеровой пряжи. Что это, о чем это говорит? Если летом, допустим, шерстяное волокно нам будет жарко, а нам хочется паутинку, да, свитерочек такой красивенький, паутинчатый, вот она, эта пряжа, это акрил. Она в этом свитерочке не будет жарко, но тем не менее он будет создавать эффект махеровой нити и будет как бы выглядеть, что это свитер из махера, на самом деле свитер из акрила, и в нем не жарко. То есть мы можем прекрасно модничать, при этом не потея. Вот. Радует еще цена. 99 центов за моточек плюс бесплатная доставка. Значит, у меня здесь вот эта вся пряжа от одного производителя, у них бесплатная доставка. Вот это другое, оно тоже бесплатное. Вот, вес 25 граммов в моточке, длина, сейчас мы посчитаем, 166 метров в одном мотке. Значит, где-то приблизительно 700 метров в 100 граммах. То есть 100 граммов это 4 мотка. Нам на кофточку, на свитерочек нужно мотков 6, да, где-то 6 мотков нам нужно на паутинку свитерок. Вот, за $6 с бесплатной доставкой, тут тоже 2 мотка, $6, вот за $6 у вас получается стильный, красивый, модный свитер. Вот, все, девчонки, вот такая вот, такой вот обзор у нас сегодня. Еще там у меня на подходе с пайетками разные пряжи. Я очень жду. И посмотрим, что у нас будет. Сегодня такой вот у меня обзор.
А на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!